Так, друзья, начинаем малосолить малосольные огурцы. Каламбур, да? Черная смородина. Прям такая, знаете, как старая, с запахом, которая черная смородина. Прям, а, запах какой. Вот столько листиков. Сколько, я не знаю, штук 5-4. Так, огурчики. Я помыл их. Такая емкость небольшая. Что у нас тут? Перец черный, лаврушка, солька. Ну и все. А, чеснок еще сейчас. Чеснока-то уж я сегодня нарвал. Сейчас пойдем за чесноком. Так, возьмем чесночок такой. Так сказать, дикий, да? Химией. Не обласканный. Я думаю, такой головки нам хватит. Фокус ты где? Не хочет. Ну и ладно. Во, сфокусировался. Поближе поднес. Так, продолжим. Чесночок помыл. Фух, что-то я сегодня на жаре находился, налазился. Аж голова болит. Это что хочу сказать, рецепт этот этих малосольных огурцов, он не быстрый, то есть его не, ну, на завтра его есть даже и не стоит. Это так толк, ну, что, знаете, как смысла нету, короче, что обычный поел огурец, что в водичке этой попил. И еще что будет, ну, может, для кого-то новость, для кого-то нет, в рецепте не будет воды. То есть это, так сказать, сухой посол. Сейчас вот эту кожу сниму. И включимся потом. Так, все, почистила чеснок. Получилось вот таких вот 4 штучки. Все, сейчас накладываем огурцы. Так, вот раз. Так, большой можно разорвать. Лаврушка. Чесночело. Так вот. Сейчас повыше сделать и видать. Чеснок напополам я режу. И так кидаю. Так. А, еще укропа надо. О, укропчика сейчас еще кину. Забыл. А то слышу, уже кто-то там кричит, где укроп? Вот, 2 чайных ложки соли. Прямо вот так. Прямо вот так вот, да. 2 чайных соли. Сейчас за укропом схожу. Так, вот укроп. Укроп прошлогодний. Зонтики. В этом году у нас
с укропом, как и в том году, проблема. В том году как-то вырастили еще. Поэтому вот так вот. Все, закрываем. Через 5 дней ждем. Ну что, друзья, 5 дней прошло. Для вас секунда, а для меня 5 дней. Ой, что-то расчихался. Вот так огурчики выглядят. Сок пустили. Их надо перевернуть уже. Вот нижний. Вкусный. Где фокус? Ой. Не хочет фокусироваться. Ну, поверьте мне, вкуснота. Неописуемая. Так что всем приятного аппетита. Кто посмотрел до конца, всем спасибо. Лайки, подписки, комментарии. Пока-пока.